Боевая техника на фестивале «Поляне», селфи с военнослужащими, экскурсии по бронетранспортеру и рассказ о снайперских винтовках. Участники молодежного форума «Иволга» познакомились с современным вооружением отдельной мотострелковой бригады Самарской области. Роль защитников Родины на себя примерили и наши корреспонденты. Мария Шпакова с Мустрюковских озер. Почувствовать себя военным, посидеть в бронетранспортере на Иволге – все это реально. Современное вооружение отдельной мотострелковой бригады на Мустрюковские озера привезли из Рощинского. Такая выставка заинтересовала не только смену патриотов. Ой, как страшно. Здесь тоже у вас все защищено. Вот я вас сейчас стукну, вам больно будет? Нет. Расскажите, почему такой интерес? Блин, мы ходим, автоматы показывают, а тут хоп, человек такой стоит интересный. Да, и мы подумали, что нам жарко, а как ему в этом костюме? Да, и вот мы подошли. Да. А это для чего? Очень теплый, чтобы спать легче было. Нет, это чтобы шею защищать. Здесь автомат Калашникова и снайперская винтовка, миномет, гранатомет и зенитная установка. Представлен и комплект современного обмундирования. Это новый комплект «Ратник», там многофункциональный, продуман до мелочей, до лаков. Налокотники, наколенники, разгрузка для облегчения переноски боеприпасов, что еще? Даже часы военные. Программа 5-го юбилейного молодежного форума «Иволга» очень насыщенная. Мы показываем в нашем эфире самые яркие события и продолжаем работать на Мустрюковских озерах. Мария Шпакова, Александр Дудко, «Новости губернии».